тут, как обычно, ну, в одной из этих стенок. Ну, когда я понял, он становится фиолетовым, просто, как обычно, бежишь вот туда, он тебе дает дыхание, отворачивает, ну, ты, по сути, отворачиваешь дыхание от рейда. Весь рейд будет около телескопа. После первого дыхания тебе отбрасывают стенку, а весь рейд к тебе бежит, и все. Так никто на дыхание не попадется. Ну хорошо, а если возле на телескопе красная метка? Куда, чтобы отвернуть? Нету на телескопе. Почти, ну, типа, никогда нету красной метки на телескопе. Хорошо, давай погнали. Пристабав. Едем. Давайте на баф, на пул. Я предлагаю, сейчас он у нас пойдет, Геру с пула дать. Чтобы тринки прокнули и вся херня. Ну давай Геру тогда, как все лучи поймают, окей? Давай, давай. Хорошо. Все. Готовы? Все готовы, сейчас он подойдет, тогда плюнешь. Так, погнали. По меткам разбрелись, сразу хорошие позиции заняли. Давай, Гера. Все, смотрите, главное под ноги, блядь, не в рекаунт. А по Одину нормально тупо в кашке? Войт, что ты делаешь? Чё? Что ты делаешь? Ты о чем? Сам себе хит. Не, это, я просто так слово, может, я тебя не понимаю. Ну, наверное. Полюс по оверхикте. 5 секунд. Побежали все к телескопу. Трейн побежал, как обычно. Угу. Стеночку, стеночку уперлись. Все, побежали по стеночку. Все, беги, Трейн, к этому стенке. Еще раз, да, да, все хорошо. Все, заебись. Все, отойди, отойди, отойди. Нет, по стеночку побежались. На эту стену я не клал. И так постоянно. И так постоянно. Все. Никого с дыханием не сбили. Так, походу, вылетел. Все, погнали дальше. По меткам разбрелись. Редрик умер. Просто. Дай бог с ним. Он не ДПС. А сколько он дает? ЧП. А сейчас надо будет бежать в другую сторону, я так понимаю, да? Ну, трейну в другую сторону, нам к телескопу. Твой маг, встать есть? А смысл? Встанет опять сдохнет. А, ну... Ну, блять, вот ДПС. Побежали к стене, к телескопу. Сейчас пусть все поймут, как бегать. Сразу в стеночку уперлись. Побежали по стеночке вот сюда. Блять, оно промахнулось. Давай, давай, давай еще раз. Сейчас. Я вот про это и спрашиваю. По стеночке в другую сторону бежим, да? Остановись. Все, заебись. Все, к стенке прибежали. Стоим. Злой, а ты в лужу умер, да? Мак, иди возьми метку. Мак, иди метку бери. Какую? Я возьму вот пенсинг, все, я вот возьму. Блять. Жди, когда исчезнет. Так, только потом вставай.
Побежали. Телескоп. Сколько доберешься, кстати? Не знаю. А, 4 минуты. Нет, 5 минут. Успеваем, нормально. Ну, в принципе, можно бы... Все, по стеночку побежали. Подождите, стой, стой, череп, стой! Все, нормально. Злой мах встает, нет? Все, ну... Давай, подъем. Все, поднимайся. Еще, еще ряд, хотелось машину. Мах, иди бери лучше. Похер, ладно, я возьму, вкусно. Вот это, конечно, некрасиво было с твоей стороны. Алло? Уже. Принято, он не откатился. А, откатилась, бля, я проебываю. Все, отдал. Должно хватить ДПС по шаману. Рыбав надо отдать. Подбежали. Дай... Друид, Рога, у тебя с маной нормально, и нарбо ждать. На КД спринт. Эрдру, с маной нормально, и нарбо ждать. А у меня половина где-то. Все, побежали. Забросим. Следующий побег. Или я юзай? Да я юзаю, блядь. Все равно хилить не надо, пока он стоит вот так в АФК, можно плюс свободно юзать. А че, поперся? Шаман, в принципе, Геру можешь для себя дать. На следующей перифазе еще истерию дам. Должны успевать, у нас еще 2 минуты есть. Боты обновили, у кого есть? Сейчас бежать будем. Следующую фазу до Талова стоим. Побежали. Да не, еще нормально время. Там, по стенке. Следующую фазу до Талова надо стоять. Да, только будем перебегать. Сколько через... времени? Под ноги. 1.5 минуты осталось. Под ноги будем, под заднюю лапу перебегать. На последней фазе будем перебегать под заднюю лапу, когда он дышать будет. Все поняли? Да нет, бейте уже просто до Талова. Истерия. 3, 2, 1. Пошла. Борсты все свои продали. Кого есть? Бля, не успеем до того. Один. Да бейте. Все, сейчас перетопка. Под заднюю лапу, сейчас. Под жопу босса встали? Под жопу босса. Продолжаем бить. Под жопой стоим, под жопой. Бейте. Под жопу я прожался. А, нет, под жопу встали, кто живой? Под жопу встали. Быстрее. 500 тысяч осталось.
Берсерк, секунду, не. Бейте, 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 блин. Успели. 300 тысяч, 300 тысяч, 300 тысяч. Я прожался. 180. Чуть-чуть. 156. Можно лебать это, блядь. Хуйня сейчас сделаем. Просто без двух людей били, так бы он раньше. Да, ну, если бы были бы два человека, то успели бы без всяких этих. Ну сейчас зато все поняли, сейчас все будет быстро. Полюшка, поставишь шкаф? Самонетами. Угу. Камень и чарку поставлю быстренько в зал. А, ну руку тогда тоже сумодите, я пока скажу, в холодильник возьму вишены. Меня тогда тоже сумодите, я отойду сейчас быстро на промоуте. А есть у кого фаск на 2 мили? Валяется, у меня в банке валяется. Ты если, короче, лужу увидишь, ты этот заслон прожми. Есть же у тебя заслон. Да, там заслон не очень-то поможет. Да поможет там, когда свет небес идет нормально. Один тик выхиливается. Ну, заслон просто, он 3000 приглашает, помогает. Я на тебя еще и каплю иногда даю. Можно ретрика еще попросить капли кидать. Знаешь, когда стаков 35 будет вот в этот момент, типа. Давай, ну что, тыкните, пожалуйста. У него попроси каплю. Будет проще. Типа, точно не шотнет лужа. Я на тебя кидал, потому что, но. Я типа на одну кидаю перебежку, на следующую еще КД. Так, я тогда сейчас СС не буду отдавать в друида. Я его в себя, наверное, отдам. Ой, бля. Фаерлина, ты этот ренегат? Да. Поставь, пожалуйста, все доехал на секунду буквально. Кстати, а сколько я там отдаю ДПС? Да, здесь ДПС можешь не считать. Типа, ты 4000 у нас. Нет, 4000? Да. Ну, у меня 10, уроги, ну, я под лучом стою. Так, спасибо. 9926. Уроги 5914. Дальше Исполин 4700, Фаерлина 4500, ты 4 и Злой Маг 3900. Паладин, ты сможешь каплю давать за нежертвенности по луку, когда он попросит? Ладно, сейчас я тебе линкану. Вот эта штука от ланжертельности называется капля, потому что у нее значок, иконка выглядит как значок первой помощи. Ну, сакров много разных. Там дланей разных много. Вот эту парашу, короче, на лока, на полюшку. Ты, короче, смотри, давай пускай он первый кинет, а дальше я буду второй. Второй, четвертый, шестой буду кидать. На тебя. На 35 проси. Можете так. Смонить. Слышишь, Полюшка? А я. Слышал? Да. Ну, 35, и он кинет, и просто ты не сдохнешь никак. Часть дамага впала убьет. Все, сразу. Тыкайте. Кто у вас сейчас ДМ? Бьорн, да? Нет, Донт скорее. Это Бьорн. Не оба. Так-то да, Бьорн, но... Ну, тоже не говорил, забейте, он сам же сказал, что вас пятки выводить не будет уже. Да, он в отставке. Может просто помочь. Саманите мага. Так, Бьорн.
Да и тот тоже сейчас отдыхает больше. Тыкайте в сумму. Реди тут. Чекните на ФК, они не суммонятся почему-то. На ФК, ребят. Пробуем, да? Давайте пока рыбу ставлю. Друид посмотрит что-то. Да, рыба долго стоит. Сколько она? Он найдет. Слишком далеко. Ласточки, кстати, не забудьте обновить. Мне есть на СПД, могу дать, если что. Давай мне. А? Давай мне. И 20 для танка. Заебись. Это ты шкатулки этого настойщик открыл? Че с друидом? Да он зашел. Кстати, а что с два там не так? С кем? Да, там где? БДК. И чё? Ну, говорят, типа, он что-то вообще там не так делает всё. Чё, кого ждём-то? Друида. Блять, тут два босса осталось. ВК, я так понял, мы не пойдем сегодня, да? Если в ночь пойдешь, как бы, ну я сегодня пойду. Я соберу, наверное. С одним анролом, если все разбегутся. Да не, надо идти. Все плохо. Давайте, все, фулл ребаф, что вы тут? Так, приста баф. Так, арчи сейчас, арчи на пол. Пристовские бафы. Ретрика нет, и исполина. Пиздец, блядь. Где на месте? Приста баф я видел. О, опять не хватает. Баф и пристан. Все, все сделал. Все, можете плеть. Бля, подожди. Давайте не обожрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Все. Под ноги, под ноги, под ноги. Это ты уже бы в задницу бил. У тебя парирование такое. Капля дайте. Сейчас бежать будем. Побежали.
больше, когда ты там под Музан хуяришь. Ну, это я там не буду. Полюшка. Кто Капля. 35. Готовимся, сейчас бежать будем. Бежали. Ой, блядь, не в ту сторону нахуй побежал. Опа, но сейчас делаем все зеркально, сейчас ко входу бежим, ребят. Подведи босса, вот главное, вот туда. Опа. Жопой кручу, ну. Не-не-не, сейчас, нет, стой, короче, на месте, все равно, короче, все побежим к этому, к телескопу. Злой мах. БР отдайте, наверное, по нему, нет? И баф отдайте паладину, кстати. Капли по мне дайте. Побежали, ребят. Стоим пока что. Стоп, стоим. Сколько это берсы? Бля, мне не показывает. Аккуратно под стенкой. 4 минуты, 28 секунд. Нормально. Главное, смотрите под ноги сейчас. Вот, спасибо. Капли на меня дайте. КД пишет. Ну так и ладно, так попробуем. Побежали, ребят. Минуты. Отойдите отсюда, отойдите от меня, сейчас луч прилетит. Под ноги. Внимательно. За следующую ДПС типа нормально. Сказка докап. Капы дайте. Жена. Угу.
побежали. Блять, в вашу сторону хуярит. Успели, успели, нормально. Сокрусли. Заебись. Ну сейчас повезло, ребят. Сейчас очень повезло. Кто-то не успел. Ты пох. Слушай, по мне часто промахивается. На телескопе красный. Держи там, где стоит. Просто сам развернись туда. Забери синий. Ага. Все, до того объем. Угу. Ну, под ноги смотрите все равно. Так, ну здорово. Что, плечи? Плечи я полутаю сейчас, надеюсь. Нет. Да, да. Сейчас одна ручка по-любому упадет. Молодцы. Как приятно, да, когда никто в лужах не вздыхает. Луда не слакает. Там обрыганный ут. Обрыганный. Может, ну нафиг эти шахматы? Не, шахматы... Нет, там, там шмот падает, чего, блядь? Гоните, что ли? Ой, да ну, блядь, шмот фаерлина, такой... куда ты кидаешь? Шмот такой же обрыганный, как и этот. Давай, ну, шапку фаерлина. Побежали, друг. Да, он с шапкой, наверное, перепутал. Ну да. Шапочка, ребят. В смысле, обрыган нормальный шмот? 5, 4, 3, 2, 1. Хотя я там что-то не вижу нормально. Штаны из хостойных пала есть. 5-4, имба реально. Блять, ну... Так потому что не диспейлят, дебаф! Эй. Да потому что вы стоите, ебучий лут облизываете. Кролл откинул, пацаны. Все, огнем. Давайте, резайте. Вон, блядь, уже Молчезара убили, блядь. Они позже нас, да, зашлись, а? Да, позже. Ну, рейды разные же. Не, ну, там, у них-то со софтом вообще ебать. Без. Да при чем здесь это, мы можем лучше, блядь. Группу вот поставь здесь этот. Ты можешь вот от магии тьмы можете это забрать 5000 урона, там раз, не помню сколько секунд. Да, что, там, Молчезар? Это, да, Молчезар. Потом, если захотим, после Молчезара на шахматы пойдем, ребят. Давайте сначала добьем уже инс. А хочешь вообще не ходить на шахматы? В принципе, шоу, шахматы закрываются в 6 тел спокойно, поэтому как бы... Поэтому... Я после волчьи зарвусь. А вы идете лес. Момент истины получается, да, сейчас будет. Че, надеешься на этот? На топор? Да, блять, на все надеюсь. У него аж один токен по 4 есть уже. А, ну да. Рога на пуль. Блять, как же ты рвешь, это пиздец. А, это еще не предел. Предел, если башка будет. Звездочку все влейте, блять. Звездочку вливайте. Точно выливаем. Вроде дэмэдж небольшой, а агро пиздец.
Ага. А что ты, говорит, будет себя хилишь, блядь? Я просто, я захулипал, ни разу не играл, я не шарю. Ну типа частица на тебе висит, и кого бы я ни хилил, типа в рейнже 50 метров от тебя, типа будет в тебя хил такой же приходить. Не, я думал, там рейд подхилит, надо, стоит на тебя. Мне этот рейд, друид по рейду наложение дал, и все, нормально все. Ты к тому же божественность. Если, ну, на него все хилки на 5% усилены, то и в частицу еще более сильных его отражается. Да, через себя заебись. Тут этот трейн истерию после 35, а, после 20. Да я шарю. Ну а чё, я в ВВК вообще, типа, на танк повесил частицу на X3 и через себя обхилил. Этот, кто он, после 30 пропадает, перестает кидать 1 хп. Я знаю, знаю. Послышалось, что типа после 35. Пуги, шарыки за тактику. Или объяснять надо? Напомнить надо, не объяснять. Давай, сейчас метку поставлю. Рыбу и рыба. Я помню, что-то убегать. Вроде не падал. Прибегать, да, вот за этот крестик тарится. Не, ну если исполин будет щитки успевать навешивать... Гера на третьей фазе, как-то прыпалитет. Короче, смотри, Грога. Если у тебя один хп, ты убегаешь в красную. Это метка для миликов. Танк в синей метке стоит, просто лупит и все. Можно даже в одного хила. Щитки, щитки, возможно, двоих я успею, но если трое будут, я 100% не успею пройти. Так что, вот, все РБГшники стоят в звездочке, вот, на полюшке. Звездочка, все за мной бегают. Рога, смотри, когда еще один хп, смотри, если этот, у всех один хп, а у тебя нет, то ты вот на последней секунде можешь вот так вот перед ИБУом встать, чтобы тебя не назад откинул к РДДшникам, а в стенку. Вот так вот. А я бегал в одного хива или как? Мы спек, давайте. Я в КТ. Да, давай подождем. 8 секунд, у меня СС откатится. Есть у друида спек. В принципе, это здесь тактика простейшая. Вот сам перед еблом это для меня новость была. И один РДДшник спамьте, ой, говорите, куда метеориты падают. Ну, это полюшка будет. Типа стойте в полюшке, он шарит за все. РДДшники. А, у одного хила все-таки или? Конечно, да. Чтобы хилить. Базар. Нихуй хилить вообще. Ну так как, сам себя будет отхиливать. Тут ауру огня можешь поставить. Если да. Этот... Если... Если метеорит упадет сюда, то к РДД зоне убегайте. Короче, если случится так, что Инфернал упадет рядом с крестиком, на 1% хп бегите к звездочке. Пристабов дайте. Поехали. Сейчас с богом, что ли? Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Все, тут стоим, курим. Да. Так, ну я нихуя не вижу, поэтому говорите там. Кто, Роба не видит? Один хп. Нет, танк. Далеко. Я смотрю уже. Да я тоже смотрю. Один
метку. Передай бомб, Редрик. Блять, вот это я олень, кстати. Мне сейчас нужно спекнуться в гибрида и когти давать. Ну, на следующем, если сдохнем, на следующем трае. Кого давать? Когти, у меня гибрид же есть. А чей дает? Когти? От ФДК. А. Ну, я надеюсь, это будет победный. Сейчас ебаним. Давай, давай. Один хп. Че, как ты? Бля, ну сомнительно вообще, ну по-моему, далеко. Не, не ДД, а тут шли. Правее, 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 в стеночку. Правее, вот сюда. Налево побежал. Один хп. Я как хорошо, когда буги не умирают. По дереву постучи. Все, разозрешу у него беды. Далеко. Далеко. Хорошо. Исполин, ты же слово смерть не бьешь, правильно? Нет, конечно. Все, второй. Ой, блядь, что ты хуёво. Исполин, кидай по друиду щиток. Если у меня один хп. А чё, по друиду? А ты порой кидаешь, он все равно убегает. В миликов летит. Так, на РДДшник отпуститесь. РДДшники чуть подальше отойдите. Отводите тренинг. В РДД зону бегайте. Все, теперь в РДД зону, ребят, бегаем. Да, я вообще ничего не вижу. У тебя все нормально, забей. Да, я понимаю. Там есть куда назад убежать, если что? Да, есть еще место. В милик отлетит. Милики на РДД, ближе к РДД. Быстрее, сейчас он ёбнет. Уходите, уходите, уходите. Хорошо. Он вообще стоит. Вот, вот тут, допустим, так, дальше, РДД. Дальше отходим на РДД. Вот сюда. Так, сейчас топоры полетят, и будет Гера. Топоры пошли. Велики, к танку встаньте. Геру дали? Геру. Блять, его вывести надо. Там эвейд. Вон, где-то место есть. Нормально летит. Истерию отдал. Бля, как же тут... Перед... Милики перед ебалом, стойте. В мили зону летит. Пошли, пошли, пошли к РДД. Уходим. Ну так, стоим. Я смотрю, смотрю, если что, поведу. Сзади РДД, по-моему. РДД. Босс уставили, Мили зону. Миликом идите. И перед ебалом встаньте, чтобы не отлетать. Чтобы отлетать, с кем?
Давайте, бурсты свои прожмите там. Нормально упал, нормально. Все, я ни хера не вижу, давай сам по команде. По команде, если что, мастер аур надо будет отдать. Под огонь. Нормально летит. Нормально летит, да. Если что, побежим. Вот там, где РДДшники стояли, короче, вот там вот. Давайте бурсим. Нормально, нас нормально, летит, нормально. Нет, нет, нормально, нормально. Вот, да. Упритесь, упритесь. Все, бабл сакру отдал. Все, 300к. Заебись. Пиздец. Еще я чеку взял. Такая помойка. Блять, Лабриса. Да, Лабриса нужна кому-то? О, ДКшника. Привет. Да, нужна. Да, слышишь, а у тебя прошло КД уже, нет? На хотя бы один топор. Эрлина. Какая же ты сволочь, реально. Рога, у тебя прошло КД хотя бы на один топор? Что значит на один топор? Ну ты забрал две. Одноручки. Лапки, ты две одноручки забрал. Можешь одну передать вместо Лабриса? Ну, могу. А, сейчас посмотрю, подожди. Да, сейчас я посмотрю последнюю. Да, 42 минуты на последнюю. Могу дай отдать. Дай. Ну, давай, кому? Че, спасибо. Крик отлетим. Да, погнали, ИК. Ну, поздновато для ИК как. Нормально. Да, ну не. Уже 12 часов спать. Причем быстро как поезд пронесем. А, шахматы, пошли закроем. Кстати, это что у тебя за дамаг такой, а? Ты еле-еле передамажил друида, который вообще не основной спек у меня. Кота, в смысле. Ну, скажите, хорошо. Где тут квест сдать, который я делал? На улице, по-моему. Вот там доделывать надо будет еще на улице. Странно, он показывает в инст куда-то идти. На улице нельзя. Линка нет места. Ну-ка, покажи своего кота. Кто шахматы будет делать? А чё там в гильчете? Не важно. Короче, всё, давайте. До встречи, мне уже спать пошёл. Давай. Чё, идём шахматы бить? Кто шарит? Я не знаю вообще чё. Тоже за шахматы решали. Никто не шарит за шахматы, что ли? Я не понял. Я вообще нет. Че, вообще никто? А-а. Давай, я шарю. Да ладно. Ну, на Исполина, помощника, дайте я отметку поставлю. Я конечно, шарю за шахматы, но мне они не... Кому помощника? На Исполина поставь. Держи. Сначала выдвинуть пешки надо вперед. Не короли представляют по прямой. Напротив короля лей наставить их в одну, один за другим и стреляете. Демонов потом подвести надо будет к королю, чтобы увлечь. Все. Куда садиться? Оху куда, давай я в пешку сяду и... Пешки, короче, четыре пешки, которые спереди стоят, ну, две точно. Их надо вывести на максимум, потом вылезти из них. Вот, и пересесть в демонов. Получается. Видите пешку, крестик? Любой, становитесь. Ну, рядом, становитесь просто. А мы за альянс. Я заберу.
Окей. Подводишь, ну, в крестик или по возможности, ну, квадратик. Ну, вперед, короче, вперед, да? По максимуму, да. Подводишь и выходишь сразу. Берешь что-нибудь следующее. Коня, там, элементаля, что-нибудь. Дальше. Кто-то один, священника. Вот это священник останется. Любой, неважно. А, мы за альянс, блядь. Двое. Их двое, если что. Ну, я слева стал. Справа. То я стал. Так. Ваша задача подвести священников, вот, луна и треугольник. Или если будет возможность, то в квадратик. Ну, то есть, ну, зависит от того, как пешка здесь станет. Понятно? За пешкой становитесь. Понятно. Друг за другом. Дальше. Кудесник. Кто-то еще один. Кудесник, ты становишься где-нибудь или в ромбике, или в печеньке. Примерно вот в этих точках. Можешь ближе, если будет возможность ближе поставить. Давайте уже, может, запустим, блядь, пешек начнем двигать, а потом уже по ходу... Так, делаем, кто еще остался? Вот сюда становитесь пешку свободную от крестика и сюда. Ну, запускайте. Кто в пешках сидит, просто вперед подвигаете, выходите с них. Ну, садитесь, короля. Давайте. Крестик пошел по максимуму вперед. Ну, в крестик сядьте кто-то, блядь. Крестик сядьте кто-нибудь. До Талова идем и потом выпрыгиваем из них. Да. Священники, ваша задача уже сразу за пешкой становиться. Побыстрее. Кудесник, ты в короля, ну, в таргет берешь и бьешь, ну, по максимуму. С любой точки. Уже сейчас дамаж. Вот отлично, красавчик. Садись, Полюшка, в священника. Может, кудесника вперед вот эти. Надо этого пехотинца подвинуть. Священник может и сбоку, ну, бок ходить, ничего страшного. Садитесь. Да, куда мне становиться? Полюшка, остановись, ну, садись в священника. Ну, куда, в печеньку? И в печеньку. Ну вот, священник стоит на черной клетке. Ты же за него сидишь. Ну, я понимаю, куда мне идти? Вон вперед, за следующим священником, в треугольничек. А, в треугольничек, понял. Да. Священник Трой тоже бьешь в короля, ну, чернорока. Блядь, а почему бросили так? Выстроили полосу, блядь, туда не зайти нахрен. Заебись, блядь. Ебай, как долго ковырять. Ну, я до короля не достаю. Ничего страшного. Подхиливай тогда, ну, там, священника или кудесника. Можешь по их пешке херафить, если ты стоишь. Пешка, так, я сейчас... Дальше, я зайду. Рыбацыпа, вместо пешки становись. Да, я понял, сейчас зайду. И бей. Тоже. По-моему, до короля тоже достает. Не помню. И пешку. Так, рыбацыпа, стань вправо. Когда огонь пропадет, справа. Я понял. Туда. Блять, сейчас уже должен пропасть, да? Лишь бы пешка не пошла. Ну да. Короче, я шагаю, похуй. Встаньте кто-то на то место. Да, второй элементаль, пока, ну, подвигай потихоньку. Конь так не станет. Но дамаг тут лютый, реально. Ну да, тут долго. Я не могу прочитать это заклинание.
Блять, горит. Священник. Второй священник, подфиливай просто. Я отойду, пусть он сместится там, блядь. Сместись назад. Подфиливай пока элементаля, чтоб подольше жил. Элементаль сдохнет, конем сразу на... Сань. Конем он не станет, потому что конь не так не ходит. Конь ходит, хоть как. Ходит, ходит. Ты с ферзем путаешь. В настоящих шахматах конь ходит, буква Г. Ну, сейчас только давай, что буква Г два раза ходил. Тут, ну это вообще не настоящий, это, блядь, Вовка. Рога, повернись, у тебя вторая кнопочка, можно развернуться, развернись. Кильте, ну, священники, вы все равно стоите. Рыбацуку подкиньте. Я это... Илья Махиля. Да. Третья кнопочка, Рога. А кого хилить? Вон, да, вижу. Элементаль. Алем, рыбацепа. Давайте, я понижение скастовываю. Ну, буквой Г, нахуй. Ну, раз еще успею активировать, он сдохнет, наверное. Ну, сдохнет, значит, я через час. Я его подхилить смогу. 16 минут, когда я секунду, блядь. Бейте, бейте больше ДПСа по черную руку. Дайте Геру. Дал нахуй дебаф на черную руку. А, не, на нем не работает. Подхилил. Смотри, просто ебать. Конь нахуй в тылах, ебать, ебашит. Нормально. Съебаться. Да конь массово бьет, да? Какой-то парашу вешает, типа увеличивает дамаг. Он прочитает. На 50 физический урон. Какой хапал? Хапала нету. Несенный. Не, что-то он уменьшает наоборот. Подкили элементаля, слышь? Ча, его разъебу конем, короче. Че за хуйня, блядь? Какой-то яд, блядь. Че с ним, блядь? Тебя подкиль. Священник. Священника подкиль. Я хилю. Священника. Я не успеваю. Давайте я так ему колды дам, где он тут? Иди сюда, крыса. Бля, бейте, бейте их по нему больше. Это, блядь, вайп, нахуй, походу. Почему вайп, ну чё? Ну потому что одного священника нет. У кудесника пол хп. У него 195, 193 осталось. Сто 192 тысячи. 170 уже. 168. 162. Ебать, кого? Кудесник станет треугольничек. По-моему, оттуда тоже будешь доставать. У меня придурок справа рубак убьет. Это нормально? Ой, а я, кстати, ещё помру на кудеснике. Что тебе угодно? Тут он рубака, блядь. Чё? Бейте, бейте короля, блядь. Отходите назад на одну клетку, отходите. Кудесник и священник, отходите назад. А кого хилить? Уже сдох нахуй священник. Блядь, вы умудрились вайпнуться на шахматах, нахуй, ребята. Ну я так вообще тут первый раз. Не первый раз. Но я теперь понял, что кудесником надо было, не кудесником, а этим хиллером надо было хилить себя на постоянке, а я только ебашил короля.
Не дается возложение. Тебе хилить нужно было цель перед священниками и бить короля. Ну, я так и делал, в принципе. Только сдох, понимаешь? Поэтому надо было и себя подхиливать. Короче, блядь. Я хуею просто, блядь. Попробуйте добивать. Кудесник. Священники, в том-то и дело, что священники дамажат и хилят. Кудесник, завали. Только королем надо отойти немного. Нет, ты королем, стань обратно в треугольник. Пиздец, блин. А, ну да, да, да. Вот 8 тысяч, вот, еще так, можно. Так и стой. Переходи кудесником, переходи. Назад, за короля. Кудесник и так достает, пускай стоит. Нормально. Так а что, у нашего короля еще дохуя, наш король бьет. Нашему королю надо съебывать его, пиздец, блядь. Да, мы выиграли, все. Ну, 26. Давай. Блин, он отходит. 38, он хилит. 28. Главное, кудесником отходи, если там пешки будут подходить к тебе. 20. Все, тапки, сейчас он на реально. 32. Баф. 25, 21. Не успеет хильнуть, потому что там КД 16 секунд. Да, 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 все, ему тапки. 12к. Ну, еще один выстрел. Заебись, блядь. Я уже думал, пиздец какой-то. Все, хорош. А вон, сундук на той стороне. Так. Блядь. Штаны хочу. Хапал, а хапал ушел, да? А, нет, хапал есть. Так, ноги. Надо кому? А погибель что, будем, нет? Погибель. Блядь, нету погибели. Я все залагал, минуту. Все получится. Слушай, с хлеб, если хотите, можем завтра собраться. Так это все, да? Да, жопа, он что-то не хочет. Харлина, поставь портал. Ик идете. Прием, блядь. Раз-два. Я ик, блядь. Да, я иду. Не-не-не, я не иду. Завтра закроем. Так, до днем где-то, часа в два, наверное. Так, в два, да. Надо кому? Можно ролить? Ну. Надо. Ну, чё, всем спасибо. Всем до свидания. Давай, старый. Надо ретрик?